100 золотых мест Красноярска. Дрокино парк. Искусственный пляж с видами. В первую очередь мы удивляем нашей красотой, красотой Красноярска и той локации, в которой мы находимся. Это за мной горы красивые, здесь бассейн огромный, площадью 20 на 30 метров, где ежедневно в теплые летние дни приходит большое количество красноярцев, не только отдыхать с детьми, развлекаться, купаться. Что касается бассейна, на бассейне бывают, конечно же, раз у нас есть бассейн, мы не можем не пользоваться этими вечерними вечеринками, которые проходят возле бассейна. Это в основном молодежные мероприятия с приглашением как красноярских, так и других городов диджеев, где люди приезжают, отдыхают, наслаждаются музыкой, видами и природами. И все это называется сансет, потому что это всегда закат. Сейчас мы находимся на территории базы отдыха «Риверсайд», где у нас расположены 4 банкетные группы, шатровый комплекс. Количество гостей здесь может быть от 30 до 220 человек. 2 банкетных зала работают в круглогодичном режиме, они теплые. Также гости нашей базы отдыха могут остановиться в гостиничном комплексе, где есть 13 комфортабельных номеров. Также на территории расположены теннисные корты, 4 теннисных корта, где гости могут спокойно, как и те, которые забронировали номера, либо просто приезжающие, отдыхающие, играть на теннисных кортах, большой теннис. Также у нас есть банный комплекс из 3 бань брусовых, красивых, больших, плюс еще 2 небольших домика по 60 квадратов. Проект «100 золотых мест Красноярска» создан при поддержке золотодобывающей компании «Полюс».